Дезинфекция для парка Прибрежный – дело уже привычное. Ежедневно здесь обрабатывают аттракционы и лавочки. Места, которые запросто могут быть переносчиками заразы. По выходным тяжелая артиллерия. Масштабная дезинфекция всей территории парка с применением спецтехники. Мы покупаем дезинфицирующие средства в большом количестве. И те службы, которые выходные дезинфицируют, они привозят с собой и проводят дезинфекцию всего парка. Уже с применением спецтехники мы понимаем, что губернатор держит это на контроле, а глава города также держит на контроле. Под прицелами пульверизаторов здесь средства не только территории одного парка. По плану обрабатываются все скверы и общественные места города. Кроме того, каждый жилой дом ежемесячно генералит в подъездах. Обрабатывают первый этаж, вот перила, значит, почтовые ящики и вот входную группу. Вот сегодня еще, видите, детскую площадку тоже обрабатывает. Дезинфекция значительно снижает риски распространения пандемии, но не гарантирует полную победу над ней. А потому, напомним, не забывайте носить маски, перчатки и пользоваться санитайзерами. Максим Бажанов, репортер 73.